Приветствую всех на канале Kinder Toy Show. Ну вот, мы даже не заметили, как добрались до последнего выпуска про третью серию микселей. Первые два уже собраны. Вот вы видите Макс микселей. Они стоят по бокам. А третий наш из третьей серии лежит вот в этих пакетиках. Сегодня я покажу вам всех трех микселей и соберу Макс. Ну, если видели прошлые выпуски, то вы, думаю, знаете уже, что сейчас будет происходить. А если не видели, то заходите на мой канал и обязательно смотрите. Так, давайте сначала познакомимся со всеми. Тут у нас Глурд, вот такая вот собака. Дальше Торц, вот такой, не знаю, там, воин какой-то, такой воинственный вид у него очень. И здесь вот такой Глом. Судя по всему, у него насморк. С коллекцией мы познакомились. Вот такие три пакетика. Давайте начинать нашу сборку. Первый. Глом. Номер 41518. И вот мы собрали нашего первого зеленого микселя, или по-другому их еще называют болотные миксели. Ой, у него вот такая слизь на руках, слизь течет из носа, или не знаю, что-то такое у него. Наверное, это аналог носа. Вот такой он больной, простуженный болотный миксель. Вот так он.
В детстве вас пугали сказками про кикимору. Вот такая вот кикимора на болоте вам встретится. И я думаю, вы долго туда ходить больше не будете, на это болото. Вот эти замечательные шарниры в очередной же раз у нас в этом микселе встречаются в нашем гломпе. По 3 сочленения на каждую ногу. Подвижность просто великолепная. Можно, не знаю, там, даже вот удар Чака Норриса. На! Вот так делать. Играбельность просто великолепная, еще раз повторю. Дальше цвет деталей. Салатово-зеленый. Просто обалденный. Вот такие вот замечательные элементы. Я не знаю, встречаются ли они в других каких-то конструкциях. Вот эта вот стекающая слизь. И похоже то, что вот это вот рифление сделано, чтобы брать в руку лего-человечку. Можно было вот эту деталь. То есть, скорее всего, она где-то еще встречается. Напишите, если знаете, в комментариях. Так, руки у нас просто подвижные. Шарниры здесь не используются. Но еще вот интересная особенность, то, что он может двигать пальцами. Вот так вот. Видите? Раз. И здесь тоже пальцы подвижны. Есть сочленение. Наш первый миксель из наших болотных зеленых встает на заслуженное место. Вот у нас постепенно собирается такая большая армия. Оставшиеся детали положим вот сюда. А следующим зеленым микселем, которого мы будем собирать, будет вот этот глурт. Вот такая вот собака. Сразу вижу то, что будет вот такой замечательный хвост. И вот они, такие же детали, как были в первом. Я сначала не заметил. То есть, вот вам уже ответ на один из моих вопросов, то, что эти детали встречаются уже во втором нашем микселе из нашей зеленой серии. Так, глурт номер 41519, приступим. Ну что же, мы собрали вот такую классную собаку. Здесь не так много шарниров, но эта собака одна из лучших пока, что я видел в третьей серии. Безумное количество деталей, и я не удивлюсь, если они действительно уникальны для этого набора. Вот, например, вот эта планка. Замечательно, вижу впервые такую, не помню, чтобы где-то ее применяли.
вот эти вот серые детали с смещенным таким центром. Я встречал такую деталь в Лего самолете, обзор есть на моем канале. Но тоже они очень редко встречаются. Ой, поразительная детализация, то что вот голова получилась такая вот гладкая, все закрыто такими гладкими пластинами. Выглядит просто на 10 баллов из 10. Так, какие же функции у нас здесь есть? Только вот открытие пасти, и вот виляет она хвостиком, вот так, вверх-вниз. Хвостик у нас резиновый, очень классный. Так, также смотрите, собака походу-то у нас бешеная. Вот здесь вот слюни такие по бокам стекают. Я не знаю, или она может голодная, там что-то увидела съедобное. Так, и вот здесь вот такой еще наш один злодей. В комментариях мне написали то, что вот этого парня зовут Никсель, и у Микселей с Никселями что-то войны или наподобие того. То есть Миксели охотятся на Никселей, вот видите? Никсель убегает, а Миксель за ним его преследует. Вот такой сюжет можно сделать уже. Деталей, смотрите, осталось всего 3 штучки. Как я и говорил, то, что с каждым набором количество запасных деталей уменьшается. Но ничего страшного, главное то, что все хватило, все собралось без проблем. Давайте ставим нашу собаку, ставим нашего злобного Никселя. Детали сюда же в кучу. И, наконец, последний зеленый Миксель или болотный торт. Вот такой вот. Действительно монстр, болотный монстр. Торц номер 1.20. А вот собрался и наш торт, последний Миксель, и он также, как и предыдущие, обалденный. Смотрите, вот такой бронированный воин, не знаю, что может его остановить, вот мощные ноги, мощное туловище, там защищено все вот такими доспехами. На мой взгляд, идеальное средство борьбы с Никселями, этими... слизистыми вертушками он может рубить в капусту вот таких маленьких Никселей. Слушайте, не удивлюсь, если вот этот воин именно для охоты на Никселей был выведен специально. Потому что он такой вот крепыш, качок, наверное, там здоровяк, как его еще можно назвать. Ноги на шарнирах у нас. Руки сделаны очень интересно. Здесь вот такая деталь с уштарем, вижу ее впервые. Хотя... наверное, нет, не впервые, потому что, по-моему, наподобие что-то есть для имитации на фигурках то ли хвоста, то ли что-то такое. Сейчас даже не вспомню, если честно. Глаза у нас обычные круглые, тоже можно создавать разные выражения. Вот так он
был контужен и теперь ходит по свету вот таким. Ладно, возвращаем. Все с ним нормально, не переживайте. Давайте сейчас посмотрим, как наши болотные или зеленые миксели смотрятся вместе. По-моему, обалденно. Я могу сказать то, что третья серия удалась. Все миксели мне понравились. Осталось всего у нас две детальки. Еще меньше, чем в прошлом микселе. Там оставалось три, а тут две. Вот так. Все 9 наборов третьего сезона мы рассмотрели. Остался только один маленький шаг. Это сборка Макс Микселя из наших трех зеленых или болотных. И его зовут Глорб Корп. Чтобы долго не мучиться, предлагаю быстренько разобрать все наборы. Готово! We'll be right back.
Вот наш последний Max Mixel из третьей серии микселей. Давайте рассмотрим, что у него есть. Сначала вот хочу обратить внимание на такой вот замечательный хвост. Ноги на шарнирах. Шарнир одиночный, ноги очень мощные. И чем-то еще похож на персонажа из вселенной Бэтмена игры Arkham City. Там был такой вот убийца Крок. Вот на него он похож. Мне кажется, вот на мой взгляд, у меня такие вот ассоциации при взгляде возникают. Руки уже сделаны более сложно. Здесь два сочленения. На концах рук вот такие, не знаю. То ли это руки покрыты слизью, то ли это какие-то такие бластеры, не знаю. Он может стрелять слизью. И также у него, походу, насморк. Вот такой вот, не знаю, наш весь слизистый, зелено салатово-черный такой вот монстр получившийся. Последний из микселей, напоминаю. И вот на ваших экранах три Max микселя из третьей серии. Glorp Corp, Vistestix и Spikels. Эти три Max микселя собираются из 9 наборов. Каждый Max собирается из 3 своих наборов. Все три набора каждого я вам показывал. Собирал вам большие миксели, все это видели. Полностью мы завершили третью серию. Я считаю, третья серия получилась очень успешной. Даже вот на контрасте цветов удалось сыграть. Здесь у нас вот такой скальный миксель, болотный, и здесь магический миксель. Все соблюдено, все цвета очень красиво смотрятся. Также я хочу вам показать еще все 9 наборов вместе. Не только Max миксели, но и 9 наборов. Давайте. Раз. Вот наши 9 наборов. Третья серия микселей однозначно удалась. Игрушки все очень красивые, и я рекомендую вам собрать всю коллекцию. Обязательно найдите ближайший к вам магазин Лего и приобретите себе хотя бы несколько вот таких пакетиков. Они вас не разочаруют. В таких, казалось бы, маленьких наборах, а такой кладезь редких и очень классных деталей. И так как это Лего, это конструктор, вы можете творить что-то свое, основываясь вот на этих деталях, на этих наборах. На этой приятной ноте я завершаю свое знакомство с третьей серией микселей. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем хорошего дня, всем пока!